Важность своевременной вакцинации от гриппа одинцовские врачи показывают на собственном примере. Михаил Бутузов работает участковым врачом в поликлинике номер 2 в Одинцово несколько месяцев. Молодой врач убежден, лучшее лечение гриппа – это вакцинация против инфекции. Обязательно нужно вакцинировать от всего и по графику календарных прививок, и обязательно от гриппа, чтобы народ не болел. Просто первичная профилактика – чтобы потом не лечить эти болезни, можно же просто их не допустить. Я считаю, что это самое главное, что должно быть. Активная кампания по вакцинации населения от гриппа не проходит даром. По словам одинцовских врачей, в последние годы заболеваемость этим вирусом существенно снизилась. Если ранее у нас были очень высокие подъемы заболевания, то в данный момент нет. Уже у нас вот эпидемии несколько лет вообще мы не наблюдаем. Люди больше так к своему здоровью более внимательно относятся и уже сами активно идут. Если раньше мы там плакаты вешали, там по подъездам ходили, участковые, а сейчас как-то вот более. В первую очередь недугу подвержены дети, но у них болезнь, как правило, протекает без осложнений. Тяжелее инфекцию переносят лица пожилого возраста и граждане, имеющие хронические заболевания. Также медики рекомендуют вакцинироваться специалистам, которые по долгу службы контактируют с большим числом людей. Существуют группы, помимо людей старше 50-60 лет, считается, им обязательно надо, и люди, которые имеют большой контакт, это там продавцы, да, медработники, естественно, в детских садах. Это обязательно. Да. Грипп более опасен для лиц, уже имеющих хронические заболевания, там хронические заболевания легких, сердца, там, почек, ну и онкологические заболевания. Поэтому заранее, да, им делают прививки, чтобы не было осложнений. Мы, так как грипп фактически он не лечится, да, это же вирусными препаратами, и мы боимся осложнений. Осложнения чаще всего переходят в бронхиты, пневмонию, воспаление, там, отиты и все прочее. В арсенале одинцовских медиков в этом году вакцина «Сови-грипп». Это отечественный препарат, в составе которого нет целых клеток живых вирусов. Он полностью безопасен и рекомендован как взрослым, так и детям. Пик эпидемии гриппа, как правило, наступает после новогодних каникул. Врачи советуют, для того, чтобы к этому времени выработать иммунитет, прививаться необходимо уже сейчас. В Одинцово сделать это можно в каждой поликлинике или мобильном пункте вакцинации. Екатерина Яровая, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».